Среду 15 ноября я, Евгения Мангуби, представляю вашему вниманию репортаж Trading Central Web TV. Сегодня акции биржи США подвержены колебаниям. Инвесторы продолжают следить за судьбой налоговой реформы. Кроме этого, на торги оказывает влияние спад цен на топливо и в большинстве своем позитивные новости макроэкономики. Так, запасы товаров в бизнесе остались без изменений. Завтра поступят показатели промышленного производства, цены на импорт и экспорт товаров, а также количество заявок на пособие по безработице. Сегодня с начала торгов доллар США продолжает расти, курс евро и доллара на 0,05% ниже и составляет 1,1791 пункт. Фунт по отношению к доллару на 0,06% ниже, новое значение 1,3158 пунктов. В центре внимания пара доллара и иены, которая опустилась ниже восходящей линии тренда, ограничена нисходящими, скользящими средними и остается под давлением. Краткосрочные позиции будут ниже 113,30 пунктов со значениями 12,5 и 12,30 пунктов. Цены на драгоценные металлы по-прежнему колеблются. Стоимость золота подкреплена восходящими, скользящими средними и продолжит укрепляться. Долгосрочные позиции будут выше 1276,5 долларов со значениями 1286 долларов и 1288,5 долларов. Серебро на 0,61% ниже. Новое значение 16 долларов 96 центов за тройскую унцию. С вами была Евгения Мангуби, специально для Trading Central Web TV.